С начала нового года проезд в пригородном железнодорожном транспорте в Краснодарском крае будет стоить 31 рубль за одну зону. В 2022 году стоимость была на 2 рубля ниже. Так, теперь на участке Туапсе-Адлер за каждую зону надо будет платить 45 рублей. В нынешнем году билет стоил 42 рубля. На сочинском отрезке Северокавказской железной дороги на участках Адлер-Роза-Хутор, Адлер-Аэропорт, Адлер-Имеретинский курорт и Имеретинский курорт Роза-Хутор стоимость проезда не изменится и составит 58 рублей за каждые 10 километров.